Значит, в районе Орточала сдается квартира 47 квадратных метров, ремонт современный, хай-тек, в общем, с кондиционером, центральным отоплением, с большим огромным балконом, с двумя выходами, то есть из самой студии и с самой спальни. Выход на балкон, вид на горы. В общем, еще что у квартиры, ремонт совершенно новый. В общем, несколько месяцев как закончился ремонт. Этаж 7, с мебелью, со всей необходимой техникой. В общем, дом газифицирован, есть центральное отопление, есть телевидение проведено, интернет проведен. В общем, санузлы тоже в прекрасном состоянии, есть душ-кабина. В общем, это все видно на видео, где я по умолчанию снял саму квартиру. Вот такую квартиру в районе Орточала, это шаговая доступность от старого города, вы можете снять за $350, эквивалент в местной валюте. Вот так, друзья, если вам понравилась эта квартира, мой номер в описании, можете позвонить. Значит, адрес квартиры — улица Гургасали, 34. Если вам понравился, дом новостроенный, в общем, вы можете позвонить. И эта квартира находится у меня под управлением. Всего доброго, друзья!